по чуждым небосводам, и не под защитой чуждых крыл. Я тогда была с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом. А это вы можете описать? И я сказала, могу. Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. 1 апреля 1957 год, Ленинград, Анна Ахматова. Для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Поднимались, как к обедне ранней. По столице одичало шли. Там встречались мертвых бездыханней. Солнце ниже,
и сразу слезы хлынут. Ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут. Но идет, шатается. Одна. Где теперь невинные подруги? Двух моих осатанелых лет. Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет. Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад. И
ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки, солнце смерти стояло над нами, и безвинная кончилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Желтый месяц входит в дом, входит в шапки на бекрень, видит желтый месяц тень. Эта женщина больна. Одна. Муж в могиле, сын в тюрьме. Thank you.
Это не я страдаю. Это кто-то другой. Я бы так не могла. А то, что случилось, пусть черные сукна покроют. И пусть унесут фонари. Показать бы тебе, насмешница и любимица всех друзей, царско-сельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей. Как 300-я с передачи под крестами будешь стоять! Повинных жизней кончается. Семнадцать месяцев кричу. Человек и долго казни ждать. И только пышные цветы и звон кадильный. И следы куда-то в никуда. И прямо сверху все глядит и скорой гибелью грозит огромная звезда!
легкие летят недели. Что случилось? Не пойму. Как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели? Как они опять глядят истребинным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят. Я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дел. Надо память. Чтоб душа окаменела. Надо снова научиться жить, а не то. Горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустела дом. Зачем же не теперь? Я жду тебя.
мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чуткий. Прими для этого какой угодно вид. Ворвись отравленным снарядом или с килькой подкрадись, как опытный бандит, или отрави тифозным чадом, или сказочкой, придуманной тобой, или всем до тошноты знакомой, чтоб я увидела век шапки голубой и бледного от страха убрав дома, мне все равно теперь. Звезда полярная сияет. И синий блеск возлюбленных очей. Последний.